Всем привет и кратенький видосик, ну, потому что новинка, по-любому о нем снимут другие челики, а я подумал, ну а что, нет-то, сегодня купил по акции в Пятерочке, сейчас, да, стоит что-то то ли 60, то ли 70 рублей за довольно весомую упаковку, крекеры так, мини появились, их раньше не было, точно не было, так мини не было. Либо их никогда не было по акции. В общем, это очень вкусно. И это получается вообще самая идеальная закуска к пиву. Самая идеальная звучит как-то слишком вот так вот восхитительно. Превосходно. То есть две превосходные степени. Ну серьезно. Вот. В них сыр. Вроде как и химозный, а вроде как и натуральный. То есть огромная разница с чипсами. Когда вы покупаете чипсы сырные, там даже с Лейс, ну, которые вроде как должны следить за своим качеством, раз на раз не приходится. В Лейс то мы чувствуем в сырных сыр, а то они какие-то просто, ну, мех. Как будто даже и не сырные, вообще непонятно. То жесткие, то непонятно. А тут, так, крекеры так, они всегда мега сырные. Ну, скорее всего, там вкусовые добавки, ну, естественно. Ну, товарищи, а чего мы хотим еще к пиву? Чтобы еда добавляла еще удовольствие сверх пива. То есть ты уже там выпил, да? И потом вкушаешь что-то с добавками. Вот этими сверху. Сверху прям, чтоб сверхсырное. И ощущаешь еще больше удовольствия. И тут именно вот оно самое вот сверхсырное. А не как в соусе Астория сырный. Потому что тот соус много вообще не съешь. Вот тут прям вот каждая вот эта штучка. Они сделали идеальный размер. Идеальный. То есть вот эту бац и урочек. Опа. Потому что вот до этого у них были обычные крекеры такие. Прямоугольных упаковках, типа печенья. Их было не очень удобно есть и очень быстро сжиралось. А это получается идеально. Крекеры тук, мини, тук, так, наверное, тук или так. Тут слог не закрытый, то есть после си нету кей. Хер знает, как это читается. В общем, будем называть по-русски тук. Мини-тук, то есть охеренные. А, ну новинка, да. Даже на упаковке написано новинка. Чё-то я поначалу тупанул, не заметил этой надписи. В общем, офигенные. Очень рекомендую. По акции, когда вот это стоит там рублей 60, это must have. Ну, 65. Ну, 70 даже, да. Я не помню, сколько без акции они стоили. Сейчас скажу, сколько тут грамм. Масса нет, 100 грамм. Это охуенно. За 65 рублей условных 100 грамм вот такого. Это охуенно. Очень вкусно. Ну и все. Берегите себя, играйте в футбол. Пейте пиво, но выбирайте повкуснее, а не берите что-то по привычке, что вам уже не очень нравится. Все, всем пока.